Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как починить робота-пылесоса, если он у вас все время сдает назад. Вы его включаете, а он у вас задним ходом едет назад, 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 потом останавливается с ошибкой. У буфера вот этого бампера переднего, у него выключатели для того, чтобы сделать их более долговечными, сделаны в виде оптропары. То есть это светодиод, фотодиод, и между ними шторочка вот так вот ходит. Когда у вас сюда набивается пыль, пылесос считает, что он все время во что-то упирается. Он пытается сдавать назад, сдает назад, выключатели остаются замкнутыми. Сдает еще раз назад, они опять замкнуты. Соответственно, он не понимает, что происходит, и выпадает в ошибку. Как это можно попытаться починить? Переворачиваете свой пылесос вот так вот, и вот такими ударами начинаете пробивать. Ну, очень сильно не надо, но резкими вот такими ударами начинаете пробивать бампер. Вот так вот, раз, раз, раз. Потом можете потрясти его хорошенько, вот так потрясти, потрясти, потрясти всячески, там потрясти, потом еще раз попробивать и так далее. Вот так вот. Бьете, потом переворачиваете пылесос обратно и включаете. Он у вас должен поехать нормально. Если вам этот совет помог починить пылесос, можете отблагодарить меня 50 рублями. Ссылочка будет в описании к этому ролику. Но если же у вас ничего не поменялось, можете повторить эту процедуру еще раз. Если и в этом случае ничего не изменится, тогда нужно пылесос отдавать на разборку и чистку. Все, всем успехов!